Я от всей души приветствую вас на канале «Строю дом своими руками». В комментариях несколько раз прозвучал вопрос, что ты будешь делать на веранде, будешь ли ты утеплять вот эту подкарнизную часть, чердачную часть. Конечно же, буду утеплять, потому что это, между прочим, где-то по пояс в нашем санузле. Немалый мост холода. Причем подо мной находится веранда, как бы теплый тамбур. И потолок его тоже будет утепляться, но об этом чуть позже. Сейчас мне нужно утеплить вот эту часть, утеплить сегодня верандную всю. Мы ее с вами зашьем ОСП-шкой, и я расскажу, как пройду оконные дверные проемы. Так что оставайтесь с нами. И если не сложно, давайте в самом начале прям вот поставим лайк и нажмем на кнопочку репоста и поделимся с нашими друзьями. Потому что чем нас больше, тем нас лучше. Нам. Вот. Поехали. Но начать сегодняшнее видео я все-таки хочу с рассказа о проходе окна. Я заказал гнутье на окна. Своя геометрия, свое сечение, свои косяки. Сейчас я о них вам полностью расскажу. Как вы уже знаете из предыдущих видео, я собираюсь отделывать дом Хаубергом от компании Технониколь. Цоколь одним цветом, а стены будут другими. Поэтому у нас все и отделывается ОСП. Многие писали, что ты там за каркасные технологии на каменных домах делаешь, не разобравшись в вопросе. Теперь все знают, что это будет Хауберг, и это будет красиво. Так, ну а сейчас я хочу обойти окно, показать, как я это сделал, рассказать все нюансы. Почему я к Хаубергу сейчас все и прикрутил? У него специфичная система отделки, и мои отливы как раз для этого очень классно подходят. Ну, подходили бы, если бы я в размерах немножко не накосячил. Да, и делать мы сегодня будем большое окно на кукушке, или по-другому, на флигеле. Ну, собственно, пойдемте. Установка отливов начинается по каскадной технологии, то есть снизу вверх, потому что вода идет сверху вниз. И первое, с чего мы начинаем, это с установки отлива. Но у меня есть один нюанс. Я обработал все гидроизоляцией. И, кстати, вы спрашивали, что это за материал. Называется она стиз. Так вот, мне надо сейчас его поддавить вот сюда, чтобы у меня открылся нижний паз. И тем самым я открою для вас тоже второй вопрос. Как ты будешь устанавливать отливы, если у тебя нет там специальной планки? То есть я ставил на бочонки, или по-другому на домкраты окна. Вы можете посмотреть это вот в этом видосе. Там очень классно я об этом рассказывал, и очень много было комментаторов, что ты потом не установишь отливы. Так вот, смотрите, как это делается. Все очень-очень просто. Нужно очистить вот этот паз. Можно, конечно, срезать, но я по-другому подойду к этому вопросу. Я его просто вомну. Отливы я заказал вот такие. Здесь не совсем правильный капельник, но меня он очень устраивает. По 5 сантиметров у меня будут выпуски. То есть сейчас я должен это раскроить, и все. Кроить необходимо так, чтобы уши отлива защищали углы дома от намокания. Отрезками ОСП получалось приподнимать отлив и заводить его в оконный паз. В дальнейшем ошибки, которые мы допустили при раскрое, с легкостью нивелирует герметик. Но лучше сразу замерять все четко. Так, теперь надо все это запенить внутри. Сейчас подниму, пропеню и зафиксирую по краям саморезами. И все. Пару слов об общей картине. В комментах то и дело вижу недовольные лица моим выбором фасада. Почему ОСБ? Почему Хауберг? Все просто. Несложный монтаж, вес конструкции, внешний вид, срок службы 50 лет плюс. Инновации, полная гидроизоляция стены дома, ну и, конечно же, цена. Мой выбор очевиден. Для замера боковушки я использую знакомый всем и полюбившийся шаблон. Его мы использовали, когда баню делали, помните? Знаю, будете задавать вопросы, где взять, отвечаю. Китайский рынок Али. Цена 200 рублей. Вообще, я, конечно, не рекомендую работать болгаркой, но... Когда под рукой нет ножниц по металлу, иногда приходится идти на компромисс. Обработанные края обязательно нужно закрашивать. Для этого очень хорошо подойдет корректор или белый маркер. Так вот, а теперь о проблемах, с которыми я столкнулся. Смотрите. Окна все равно имеют небольшую погрешность со стеной. Расхождение есть. Ну, от них очень сложно уйти. Если у меня внизу было все идеально, то вверху у меня... начинаются вот такие уже перепады. То есть я, конечно, поддавлю здесь, но тут у меня сформируется некий бугор. Видите? Он прям вот он есть. Меня это не очень устраивает. Поэтому я решил, что вот эту штуку нужно, наверное, опилить, прикрутить только там. Хотя тоже это неправильно.
О. Кстати, а я же могу вот здесь еще фиксануться, потому что здесь у меня, тут у меня еще будет декоративный уголок закрывать 5 на 5. Вот эта всю часть закрывать будет. И, наверное, он потом и придавит, да? Поэтому нечего волноваться. Не так все страшно, кстати. При заказе гнутья совершенно не подумал о том, что стены местами имеют завалы, и в точный миллиметр попасть крайне сложно. И увенчивает все данное мероприятие у нас самый верх. Теперь по каскадной системе мы должны сделать верхнюю часть и, собственно, все. А верхнюю часть я сделаю тоже по этой же самой лепестковой штуке. То есть она завернется сюда, сверху на нее ляжет материал, и потом сверху уже я установлю красиво уголок, который будет декором. И если даже косой дождь будет затекать под этот уголок, он не сможет попасть сюда в систему, потому что он будет находиться, то есть попадать на материал, который здесь все дело закрывает. Дерево полностью гидроизолировано. Многие писали по поводу того, что я плохо утеплил окна. Друзья, ну куда их еще больше утеплять? Они и так находятся у меня в максимальном утеплении. 10 сантиметров дерева, плюс там вата, там пеноблок, там пена. Куда еще больше? Не знаю. Ставлю последний отлив, сейчас я должен его замерить, чтобы было все хорошо, ровно. Смотрите. Когда забываете внизу свои защитные очки, я советую не полениться и спуститься за ними. Прищур мало спасает от взрыва диска. Оконный проем закончен. Конечно же, осталось доделать декоры, замазать все саморезы белым цветом, потому что я не купил просто саморезы с белой шляпкой. Не додумался. Просто следите за каналом. Дальше будет все так же интересно. Ну а теперь пришло время продлить работы по утеплению веранды минеральной ваты «Техноблок». Не перестаю восхищаться ее свойствами. Отлично держать форму. Художественно-графический факультет. 5 лет, между прочим, никто не отменял. Все попадает в размерчик идеально. Без сантиметровой линейки даже. Да, если у вас возник вопрос, буду ли я обшивать чердачную часть ОСП-шкой, то я отвечу, нет, не буду. Здесь будет только мембрана. При заказе минеральной ваты по совету бывалых взял на 10% больше, на обрезке. Как показала практика, сегодня у меня нет ни одного клочка. Все отлично идет в дело. И, кстати, друзья, кто подключился к нашему каналу прямо вот-вот-вот-вот совсем недавно, я хочу сказать, что компания Технониколь дарит 15% скидку на Rocklight, Техноблок, Технофаз и еще несколько утеплителей, которые я сейчас вот здесь списком для вас вывесил. В описании, кстати, почитайте. Вам нужно просто перейти на их сайт и при выборе продукции указать промокод «Строю Дом 2021». И до 31 декабря 2021 года вы можете по этому промокоду получить классную скидку. Это от меня для вас. Все, работаем дальше. Возможно, я повторяюсь названием продукции, но мне проще сказать фирму во время видео, чем каждый раз писать это, отвечая на ваши вопросы в комментариях. Сейчас немножко поработаем здесь, и я вам покажу, что уже с домом готово. Это просто, ну, он совсем другой, он видоизменился. Теперь мне нужен степлер. И мы начинаем заворачивать мембрану Альфа-Вент 110, о которой я тоже очень много рассказывал и еще немножко расскажу сегодня. Я уверен, у вас есть чем дополнить и где поправить меня в работе. Надеюсь увидеть в комментариях ваши советы. Так, и здесь у меня нет клеящего слоя, поэтому вот здесь нужно сделать его искусственно. У меня есть специальная лента, которую я уже вам показывал, сейчас еще покажу. Классная штука, проклеиваешь, и здесь появляется уже клейкий слой, и можно идти в ту сторону. Можно, конечно, оттуда начать, но так экономней. Итак, мембрана Альфа-Вент 110 полностью гидроизолированная, полностью ветрозащитная, но с отличной функцией паропрозрачности. То есть пар через нее проходит отменно. Поэтому волноваться о том, что под ватой что-то сгниет там и так далее, это нет никакого смысла. Вот. Мне очень понравилось, кстати. Наверное, все-таки буду с той стороны идти сейчас, потому что здесь нет этого клеящего слоя. Замер сделал. Теперь просто беру и отстригаю лишнее. Как удобно, когда есть раскрой на листе. Ты просто режешь по полосе и получается ровненько. Не надо ничего нигде отмечать, никакие линейки. Это очень удобно. Кстати, прикол, в прошлом видосе я сказал, что это классный шуруповерт, но у него нет фонарика. Я просто не разобрался, посмотрел, ну, вроде его нет, да? А сейчас кручу, смотрю, что-то светит. С фонарем! Вот же. А я реально в трос даже что-то не обратил внимания на него. Ну,
И вам сказал, что нет фонаря. А он, оказывается, есть. Так, соединительная лента, о которой я говорил, называется Технониколь Архитект. Лента акриловая 25 на 20 метров. Ей очень удобно. И вы сейчас в этом легко убедитесь. Проклеиваю. Вот так лентой. И она просто приклеилась. Места, где вата чувствует себя не совсем комфортно, я эти места дополнительно укрепил брусками, но их не так много. То есть везде не буду бруски делать. Мембрану установили, теперь за паропрозрачность дома я не волнуюсь, за ветрогидрозащиту не волнуюсь. Теперь крепим стены. Так, пару слов про электрику под Хауберг. Обязательно металлорукав, потому что когда мы будем бить гвозди, может произойти нехорошее короткое замыкание. Либо металлорукав, либо второй вариант, о чем я подумал, можно в месте, где у вас проходит проводка, крутить на саморезы. Ну, только вот таким путем. Кстати, друзья, скажите, покрасить его потом в коричневый баллончиком или пусть так беленькими останется? Ну, мне и так нравится. Сейчас нам надо вот это все закатать ОСБшкой. Я уже первый лист начал. Потом еще подошью ОСБшку, там утеплю. Но я не знаю, или ОСБшку подшивать здесь, или это закрою потом Эльбрусом, таким же белым. А, я же вам не сказал! Здесь же будет вторая веранда стеклянная. Вот тут будет дверь, вот тут будут окна. По сути, это называется теплый тамбур. Поэтому, наверное, здесь Эльбрус не нужен, так как там надо утеплять, а Эльбрус – это же перфорированная штука. Ну, посмотрим, до этого времени у нас еще очень много времени. Так, работаем. На все это мероприятие прикручивание трех пластин и выпиливание еще одной ушло всего 30 минут. ОСП-шку крепить просто легко. Ну, вы сами видите. Кто-то из вас явно подметил, что вот здесь у меня остался промежуток не совсем правильный, ну, казалось бы. А здесь все подходит вровень, прям вплотную. То есть здесь вот прям ровно 90 градусов, а здесь получается почти 45. Ну и, конечно же, все поняли, зачем это. Для того, чтобы можно было открыть дверь полностью. Вот в таком ключе. Вот. И это тоже один из ваших вопросов был, как ты сделаешь так, чтобы у тебя дверь открывалась полностью. Что не сможешь ты это сделать, и тебе придется дверь потом выставлять в четверть с конструкцией. Вот таким путем это все решилось. И в принципе, я думаю, что смотрится это, ну, неплохо. Интересно, как-то обыграю. Здесь будет у меня отлив, скорее всего, под углом. Это заполнится тоже утеплителем. Ну, а здесь ровно 90 градусов. И будет нормально, я считаю. Но вы напишите, если что-то знаете по этому поводу. Осталось ставить вот здесь клочок, тут пару листов и вверх прогнать. 5 минут работы. Как будто там и была. То есть нашел ее под ногами, а считай, она закрывает нашу последнюю задачу – закрыть вон тот проемчик. Сейчас кручу и задумался над одним любопытным моментом. Я говорю о том, что здесь будет теплая веранда, точнее, теплый тамбур. А я думал о том, что его буду утеплять, ну, кровлю. А как его утеплить, если у меня вот тут каркасная технология, которая вентилируется? Наверное, уже не утеплишь, по логике, да, получается. Российские технологии. Суровая действительность. Так, пазик делаем обязательно. Пазичек, он должен быть 100%.
керамический пазик. Финальный шаблон на сегодня. Та-дам! Итак, друзья, отсюда мы и начинали наше видео сегодняшнее. Тут же суждено его сегодня и закончить. Но уже в другом виде, эстетичнее, намного приятнее. Я хочу показать вам полностью вид нашего дома, но лучше, конечно, кадры посмотреть с коптера. Ну, коптер показывает более масштабную картину. Я специально включил прожектор, чтобы показать, насколько стало уютнее, приятнее и красивее. Не знаю, я реально восхищен. Кто говорит, что эта тема не совсем подходит и можно было придумать что-то более интересное, я не соглашусь. Понимаете, в чем дело? Жизнь, она такая штука интересная, что мы полжизни строим, а жить-то в доме придется всего лишь лет 20, это, ну, 30 край. Это в лучшем случае. Копить на какие-то крутейшие, дорогущие вещи, которые стоят по 3-4 тысячи за квадратный метр. Может быть, для кого-то это является самоцелью. Я уже наигрался с домом и хотел бы уже заехать в него, потому что впереди у меня куча других бытовых мыслей. Это и гараж, это и бассейн, о котором мы с вами мечтаем, классная банька, патио, беседка и многое-многое другое. Поэтому, коли уж я решил утеплиться в этом году и захватить фасад, то сделаю это вот в таком ключе. А вам просто либо принять это, либо не принимать. Как данность. Я вам честно скажу, ценник здесь выходит тоже, знаете, веселый, сродни отоплению. Так, ну, в общем, вот так это все получилось, вот так это все выглядит. По сути, мы сделали половину дома. Половину-половину, и здесь много окон. По факту, листов 60 еще надо прикупить, 40 уже кончились. А, кстати, листочки поднялись в цене, но это совсем другая история. Начинались с 950 рублей, а сейчас они уже 1200 за лист. Ай, классно. Люблю нашу замечательную стабильность российскую. Вот так это и выглядит. Ну, супер. Я тут хочу на одну выставку сгонять, изучить, как народ живет, инновации, из чего нынче строят и как строят. По приезду, конечно же, отчитаюсь. Но в следующем видео мы с вами сделаем эту стену. Пойдем за угол туда. Ну и на ваших советах я научусь правильно проходить окна, посмотрю, что вы напишете, и окна тоже мы будем все отделывать облицовкой. Толщина стены. Это просто немыслимо. Бум. Крутяк, конечно. Это, блин, это... Я даже слов не могу найти. Сила, мощь. Дверь сразу стала массивная, такая банковская дверь. Раньше просто дверка была, а теперь прям как будто в Нарнию закрывает. Ну, супер. Все, давайте, до скорых встреч, увидимся на следующей неделе. Я надеюсь, мы в любом случае увидимся. Либо это выйдет видос, либо это будет стрим. До скорых встреч, пока, пока.